конопля, прежде всего, это была техническая культура. Хотя в старые времена ее всегда в народе использовали как масличную культуру. Вот. Постоянно, даже я в детстве помню, мой папа возил в колхоз семена и отжимали там, и получали такое темно-зеленое, изумрудное масло. И оно очень вкусное, когда вы испечете картофель и макаете на белые блюдца, наливается это масло, оно безумно вкусное. Безусловно, основное направление это было использование волокна конопли, которое называется пенька. Пенька была трепанная, либо короткая, то есть получали два вида волокна при переработке конопляной тресты на пенькозаводах. Была ученым поставлена задача создания сортов, не обладающих наркотической активностью, то есть безопасны для нашего общества. И такая задача также селекционерами была выполнена. И уже тоже также вот где-то в середине 70-х, 80-х годах уже были сорта с пониженным содержанием, а уже в конце века прошлого были сорта, абсолютно не обладающие наркотической активностью. Надо сказать прямо, что конопля как бы переживает эту культуру второе рождение. Западные эксперты насчитывают до 25 тысяч наименований продукции и продуктов можно получать из этой культуры. Пищевое направление, и текстильное направление, строительное направление, медицинское направление. Масса возможностей для этой культуры. Она просто уникальна. Она используется от корня и до макушки. На данный момент конопли в России выращивается в сотни раз меньше, чем при Советском Союзе. И в тысячи раз, я бы сказал. Можно сказать, даже и в тысячи раз меньше. И, возможно, за ней будущее в плане как технической культуры, как именно источника волокна. Значит, смотрите, стебель конопли, вот он, стебель конопли. Это, кстати, попало Поскин, по всей видимости. Вот, содержит в себе до 30 и выше процентов волокна. Я по долгу службы был во Франции. На одном из больших предприятий, которые перерабатывают в год 44 тысячи тонн сырья. Я говорю, куда же вы деваете древесную часть стебля, костру? Они мне ответили, в основном костра идет на подсилки для животных. Которые... Почему? Потому что костра впитывает в себя 4-5 килограмм костры впитывает в себя 4-5 килограмм воды. Ни для кого не секрет, что стебель конопли, он внешне является войлоком. Это такая веревка, из которой в давние времена еще люди стали делать канаты. И просто так ее разорвать практически нереально. Да? Многие фермеры, которые хотели бы заниматься коноплей, приезжают к нам и считают, что культура очень сложна в выращивании, в уборке. Я сразу вам скажу, наш вот это пятый сезон уборки, четырехлетний огромный опыт, и опыт работы в институте говорит о том, совсем это не так. Современная техника, использование современной техники сельскохозяйственной, общего назначения на уборке культуры дала свои результаты. В чем сложность уборки конопли? Важно отметить, что мы можем видеть соцветия, которые располагаются на высоте порядка метра, и тут же мы можем видеть соцветия, высота которых будет достигать 3 метров. Но нам нужно собрать все их. И когда мы опускаем жатку, нам нужно опускать ее до уровня самых нижних соцветий. Но что это значит? Это значит, что весь вот этот вот стебель тоже пойдет в комбайн. Это высокая нагрузка, и не каждый комбайн может справиться с этой нагрузкой. Нам необходимо распределить массу. За это отвечает система АПС и барабан-ускоритель. Он распределяет эту массу. В процессе обмолота также часть листьев, она обрывается. Это еще одна сложность, которую необходимо преодолеть во время уборки. Вот эту вот тяжелую листву, ее также необходимо отделить от массы. И, казалось бы, можно было бы подождать еще немножко, подсушить данные соцветия, чтобы уборка была более простой. Но это не дает сделать созревание соцветий, потому что оно созревает очень неоднородно. Данное соцветие, вы здесь можете видеть, оно имеет и зеленые плоды, и, соответственно, уже желтые, готовые. И убирать нужно тогда, когда средняя влажность будет порядка 32%. И чтобы до 20% влажности бункерной массы вы закончили уборку. В противном случае у вас просто эта масса, она слетит, опадет, и вы ее потеряете. Сегодня к нам прибыл на это прекрасное конопляное поле
прибыл Тукана 580 Краснодарского завода. И я просто сижу в его кабине, любуюсь, как убирается конопля. Когда убирают коноплю, основная проблема у многих комбайнов, что жесткая веревка, вот эта вот масса, она может задерживаться на различных компонентах, вращающихся элементах, а также на системе очистки, забивая ее. Вот, но мы можем узнать, в принципе, Алексей, чистая у нас очистка сейчас? Мы получили результат вчера, машина отработала прекрасно, то есть даже больные места, такие как, которые есть на отечественных и белорусских машинах, это наматывание на подающий наклонный транспортер, как мы видим, здесь практически ничего нет, и это очень хорошо. То есть тут два варианта: машина либо работает хорошо, либо она не работает совсем. Но у нас можно сказать, что все было очень хорошо вчера, и мы этому безумно рады. Сейчас у нас второй день демонстрации испытания комбайнов на уборке конопли. Мы сейчас машину проверили, очистили ее. Сейчас автотопливозаправщик подъехал, мы наполним полные баки, и наш комбайн отправится вон в это поле, где мы будем, соответственно, осуществлять уборку конопли. Это наша жатка Conveo Flex. Она является максимально универсальной жаткой в мире на сегодняшний день. То есть эта жатка предназначена для уборки таких стандартных культур, как любые зерновые, зернобобовые культуры. Во время расфиксирования стола, стол может становиться гибким, и мы можем убирать сою практически без потерь. Да, то есть она собирает буквально там на 1,5-2 сантиметра высота среза. Сюда вы можете устанавливать боковые отрезные ножи, убирать такую популярную культуру, как рапс. И вот конкретно здесь, в этих условиях, мы пытаемся данную жатку проверить, адаптировать и валидировать для уборки таких сложных культур, как, например, конопля. Жатка Conveo, она обладает той особенностью, что без разницы, какая будет высота срезаемой части, она всегда ложится с отверстием к консольному шнеку и правильно сходится при подаче и, соответственно, уже подается в машину подготовленно, за счет чего не происходит накручивание вот этой вот веревки, да, на все вращающиеся элементы, и машина работает максимально эффективно, без перегрузок, без остановок, можно сказать, выполнять свою операцию. Наши сорта вот в этом году будут распространяться по всей России. Это сорт «Новый родник». На подходе у нас новый сорт, суперсорт с повышенным содержанием волокна, который тоже в 2022 году выйдет на рынок российских просторов. Я всегда говорю, приезжайте, посмотрите у нас уборку. И многие так и сделали. Они общаются с механизатором, те им говорят, вот здесь вот так сделайте, здесь так сделайте, и вы будете убирать. Поэтому я хочу сказать, да, класс в этом плане идет впереди всех.